На этом месте до революции был расположен так называемый Тихвинский мост, который шел прямо к главному входу в храм. А теперь по проекту здесь предусмотрена смотровая площадка. Она будет выступать над набережной и парить над речкой. Собственно, с изготовлением этой конструкции практически все работы по преображению набережной Достоевского будут завершены, и подрядчик, новгородская компания «Техлайн», выполнит взятые на себя обязательства даже раньше намеченного срока. Когда началась стройка, были большие сомнения. Во-первых, погодные условия были, так что вода поднялась очень неожиданно, было как бы летнее такое наводнение было. Поэтому были большие сомнения по срокам. Вот. Но когда вода спала, приехали работники, фирма серьезная, работают хорошо. И поэтому теперь сомнения уже, вы видите, сомнения все отпали. Полученный результат тоже не разочаровал. Набережная гармонично сочетается с центральной площадью Старой Русы. На территории уложена плитка и природный камень. Такой прием добавил декоративности и визуально раздробил пространство. Прогулочный маршрут, вдоль которого установлены габионы, скамейки и фонарные столбы, теперь ведет к подножью соборного моста. Помимо внутреннего убранства и единообразия, берег эффектно выглядит и снаружи, с противоположной стороны и с высоты птичьего полета. Вот мы идем, говорим, скамеечки сделаны красиво, люди могут посидеть, ну вот, посмотреть. Город уже стал красивее. Мы мечтали так, чтобы он таким и был. Я об этом, например, мечтала лет, наверное, 5 тому назад. И я говорю, Господи, у нас какой красивый город. Неужели не сделать нам вот такую красивую набережную? И вот я буквально недавно сестре говорю, представляешь, все это воплотилось, моя мечта. Еще одна мечта местных жителей – возродить Рябиновую аллею, утраченную во время строительных работ, тоже воплотилась. Береговую линию огненными красками уже украшает один из самых красивых сортов рябины с экзотическим обликом. Додонка – это один из самых необычных сортов рябины. Крона этого деревья имеет изящную, привлекательную форму, отчасти напоминающую тропический кустарник. Особенно она красива вот именно осенью. Ну, обратите внимание, яркая вот эта вот листва придают классический октябрьский пейзаж. В планах рушан продолжать благоустройство набережной и продлить пешеходные маршруты вдоль реки как минимум до памятника Достоевскому. Из Старорусского района Ирина Ускова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.